Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют день Антония. В народе день называют Вихровей. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца, преподобных Исаакия, Дармата и Фавса, святого мученика Рождена Перса, первомученика грузинского, преподобного Космы, отшельника, священномученика Вячеслава Руканина, диакона, священномученика Николая Померанцева, пресвитера и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.